Всем привет, ребята! Вы на канале Мистер Кекс, и с вами я, Вовкин. Поиграем сегодня в Marvel Битву Чемпионов, и давайте посмотрим, что же у нас тут новенького появилось. Это аккаунт не мой, мне дал его парнишка поюзать, снять, ну, именно для видосика. Вот. И мне прям так понравился аккаунт, что я уже своим аккаунтом практически не пользуюсь, не захожу у него, а все время сижу в его аккаунте. Ну, не то, что все время, но когда видос надо снять, я захожу, конечно же, в его аккаунт. Но, в принципе, он не против. Так, и у нас есть открыт какой-то подарочный кристалл. Эксклюзив «Лунный Новый год». Давайте его откроем, поглядим, что здесь есть. Надеюсь, Степан не будет против. Вот это его аккаунт. Вот видите, тут написано «Степан 2.0». Так, нам нужно что-нибудь хорошенькое. Стоп, стоп, осколочки были. Давай, 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 стоп, есть, ребятки, вы посмотрите, 1000, ха-ха-ха, Степка, посмотри, какой я везучий парень, вот, 1000, ой, куда я нажал, ничего, улучшать не буду, потому что, может, Степану оно не надо, ладно, так, ну, что там, так долго-то, что-то все черно-белое, я пошутил, никого не хочу улучшать. Текс, какой-то у нас тут еще есть кристалл. Давайте поглядим. Чего за кристалл у нас есть тут? Престижный кристалл героя. Есть какой-нибудь? Осколочки, осколочки. Да, у нас есть один. Вот это, кстати, видать, до него я и дособирал. Так, ну давайте откроем. Ну да, получаем. И надеюсь, что-нибудь выпадет нам хорошенькое. Кто-нибудь четырехзвездочный был бы или пятизвездочный, прям было бы круто. Так, я постараюсь, конечно, сейчас подгадать. Блин, фиг тут подгадаешь, мне кажется. Стоп, ай-яй-яй-яй, стоп, стоп, нет, 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 нет. Ну как так? Это фигня, слушайте. Но это мне не нравится. Ну что ж поделать. Степа, прости, в этот раз не вышло. Не вышло красиво что-нибудь выиграть. Так, особые. В особых ничего нету. В осколочных. В осколочных больше у нас тоже ничего. В обычных кристаллах у нас... Ну, тут можно востребовать, но это, по-моему, уже такое. Не особо. Не особо тут ничего хорошего нету. Ладно, пошлите в бой. И кем-нибудь подеремся. Тут вроде бы Степан мне писал, что у него появились новые персонажи, что ли. Сейчас поглядим. Конфликт. Пойдемте в конфликт. Тут, по-моему, что-то обновление какое-то, да, было. Потому что сейчас я включал. Там что-то загрузка какая-то. Походу, было какое-то обновление. Но не знаю, что поменялось. Заставка поменялась. Черно-белое теперь все. Не знаю, к лучшему-то или к худшему. Так, вот Венома Пул появился, что ли, новый. Я даже и не знаю. По-моему, не было Венома Пула у него, да? Или Таскмастер новый появился. Я уже даже и не скажу вам, ребятки, чего тут нового произошло, потому что, честно говоря, не особо следил за всем этим. Ну как, мы с ним в ВК, конечно, переписываемся частенько, но всего, как говорится, не упомнишь. Так, ладно, давайте... Стопэ. Давайте пойдем, в общем, найдем матч, пойдем в бой Венома Пулом. Веном Пул. Ну да, Веном Пул. И поглядим, что это за зверь такой диковинный. Чего он умеет? Что за приемчики, что за ударчики сейчас, в общем... Ух ты, ой-ой-ой-ой-ой. Это Гвен-паук. Она такая маленькая, но, блин, по-моему, она может нормально расфигачить. Ба-ба! Я пробиваю его блоки, смотрите, вернее, не блоки. А что это за товарищ такой? Почему он все время на меня бежит и даже не хочет меня как-нибудь ударить? Какая-то прям легкотня. Ой, ой. У нас вроде же с ней
жизни одинаково практически, да? Так, слушайте, я хочу насобирать на третью атаку, накопить энергии. Позволить, что ли, меня пока мисс полупашить? Этой Гвен. Ну давай, бей меня, бей. Она блоки ставит. Игрушкой прикрывается какой-то. Так. Ну ты сейчас нарвешься. Все, ты нарвал. Ты нарвалась. Так, что он будет делать? Ой-ой-ой-ой-ой, языком своим схватил. Или чем это? Чуть по телефону звонит. Вы гляньте, что происходит. Ой, прям слюной брызжет. Так, ну хана тебе, короче. Все, не прикрывайся. Все, победили. Ну какой-то легкий соперник был. Я думал, он языком ее за ногу схватил. Оказалось, нет, не языком. Так, победили. Вообще прям легкотня какая-то была, да? Так, нужно теперь какого-то другого бойца взять. Или продолжить, слушайте. Продолжить вот эти соревнования его. Конфликт продолжить какой-нибудь. По-моему, я не туда нажал, как всегда. Так, играть против... Так, ну вот тут мы точно не можем. Или давайте посмотрим. Мне просто интересно, что здесь можно сделать. Так, против кого там можно драться? Просто мне вот очень интересно поглядеть. Так, Степан 2-0. Как вы думаете, ничего страшного, если я... Вот сюда... Обзор. ХЗ, чаю делаю, конечно. Надеюсь, Степан меня простит за это. Нет, короче, ладно, ребятки, я отсюда выхожу, потому что я просто вообще даже не знаю, что я делаю, что я нажимаю, потому что я никогда до сюда не доходил, вот в эти все штуковины. Поэтому я даже не знаю, что там к чему. А не хочется как бы человеку аккаунт испортить, вот, и испоганить. Поэтому не будем этого... Эй, выходим отсюда. Выходим отсюда по любасу. Просто пойдем в какой-нибудь бой, в какой-нибудь конфликт. С кем-нибудь поконфликтуем. Так, выходим отсюда. Вот, да, конфликт. И. Вот можно что-нибудь продолжить. Вот можно продолжить парашютист. Продолжим парашютист какой-то. И чего? Ну возьмем. Кого возьмем? Давайте возьмем Халк Рагнарёк. Гильотинку возьмем. Хорошая, да, хорошая гильотинка. И можно взять, например. Например, для разнообразия Блейда можно взять. Так, рейтинг команды 7000, да? Слушайте, ну тут прям вообще жестяк. Ну, я как всегда беру самую жесткую команду. 10 тысяч, представляете? Вот. И чего делать? А пускай так будет, как оно есть. Вы посмотрите, Блейд мой 1400 против старика Логана 4478. Посмотрим, в общем, что из этого выйдет. Если я затащу против старика Логана Блейдом, мне кажется, я буду просто про-игрок. В общем, поглядим, что получится, ребятки, не переключайтесь. Если я его одолею, этого старика Логана, с вас просто миллион лайков. Так, слушайте. По-моему, напарник у меня, вернее, не напарник, а противник, по-моему, какой-то прошаренный. Он что-то, по-моему, умеет играть. Он не просто лупит направо и налево, да? Он блоки ставит. Какой-то прям такой серьезный парнишка, судя по всему. Конечно, ему это не поможет, по крайней мере, с Халком справиться. Хотя, вы знаете, пока мисс у него получается, пока мисс... Бабах. Истощение. Все, мы его истощили. Так, ну все, Халк затащил. Но Халк был, в принципе, и сильнее, чем он. Практически на косарь. Так, ладно, следующий бой.
Так, следующий бой, кто у нас там будет? Гильотинушка, гильотинушка будет против кого-то. Не помню кого, вот запомню, что Блейд будет против старика Логана. Но гильотина, я думаю, тоже будет прям легкотня. Хоть она тут почти на 1600 слабее Железного Человека. Но я думаю, что я его одолею. Так, вы, конечно, за меня, надеюсь, болеете. Держите кулачки за Ловкина. Так. Смотрите, он прям такой парнишка непростой. Не забываем, что он сильнее меня. Поэтому прям не будем расслабляться. Ух ты, ух ты. Он накопил на третий удар. Он 3 энергии накопил, да? Нужно как-то не дать ему выплеснуть ее. Ай-яй-яй-яй, я должен затащить по любасу. И давай, нет, ребятки, мне кажется, сейчас он меня вынесет. Вот. Ай-яй-яй-яй. Что ж такое, как же так получилось-то? Вот незадача. Так, последний бой. Слушайте, это если я сейчас проиграю, то это я проиграю всю серию, представляете? И это не есть хорошо. Парнишка, судя по всему, не лопух, умеет биться. Так, ну тут прям вообще шансов мало, но они есть. О, он регенерирует, ребятки. Это ж старик Логан. Блин, он регенерирует быстрее, чем я его бью, видите? Я отнимаю у него по 18, а у него регенерация 24. Жестко, просто жестко. Так. Все мои ударчики просто ни к чему не приводят. Он просто регенерирует постоянно. Постоянно регенерирует. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, ребятки, тут шансов, конечно, было очень-очень мало. Ух, какой ты злющий, да? Ух, и злюка какой. Ладно. Мы сейчас выберем других бойцов и будем биться ими. Так, вот одним Халком я только и победил. Серия проиграна, ладно. Погнали дальше, следующую серию. Сейчас поглядим, кого выбрать. Кого-нибудь такого-нибудь крутого кого-нибудь. Киллмонгер, вот это, по-моему, он говорил новенький. Киллмонгер. Потом что, ну Карнажика возьмем. И давайте возьмем Войда. Пускай будет так. Так, рейтинг команды 5136, а тут прям к слабачкам нас подкинуло. Ладно, выберем самую сильную команду, и пускай будет, вот прям все так и останется. Киллмонгер против Черной Пантеры, отлично. Капитан Марвел и Гамбит. Гамбит победит, но в следующий раз, не сегодня, потому что я одолею его. Текс, Киллмонгер. Что за Киллмонгер? Это ж вроде бы тоже Черная Пантера, да? Только что-то, видать, может, он костюм у него какой-то другой, какой-то получше костюмчик. Так, он тут что-то защищается, блоки ставит. Ну, это прям... Ух ты, парнишка. Оп, смотри, как я умею. Он регенерирует тоже. +2. Да ладно тебе, перестань, прекращай. Ух ты, на, получи. Есть. Гляньте, как я его расфигарил. Отлично. Такой прям суровый, да? Суровый Киллмонгер. Так, там будет у нас Капитан Марвел противником. Черно-белая заставочка как-то, мне кажется, не очень, да, смотрится. А как вам против Карнажика? 1500 против... Ух ты! Что у него, кишками какими-то, да, фигачит? Как с живота кишки полетели. Непонятно. На! Так. Бам! Блин, я думал, он зацепит ее с расстояния. Не зацепил. Вот теперь зацепил. Так, копим, короче, копим на третью спецатаку. Копим энергии.
Заодно восстанавливаемся. А у нее тоже, гляньте, у нее то плюс, то минус. Все, теперь у нее плюсики пошли. По плюс 2 всего лишь. А у меня плюс 4. У меня больше. Так, ждем. Все, дождались. Атакуем. Ух ты, зверюга. Смотри, что он делает. Ничего себе, как паук какой-то прям, да, подкрался к ней. И просто по щекам нахлестал ее. Все, ты молодец, Карнаж, ты победил. Так, последний бой. Ну, это легко было, потому что противник прям слабее был. Текс, и третий бой, ребятки, третий бой решающий. Хотя, что решающий, я уже два боя победил, в принципе, он уже не решающий. Можно проиграть, но мы, конечно же, этого делать не будем. А, тут Гамбит. Гамбит против Войда. Войд, вообще не знаю, что это за персонаж, откуда он. Я его нигде не видел. Эй, хорош. Вот такая связочка тройная, да, у него. Какой-то он, как, я не знаю, черный какой-то, как не знаю, из ада какого-то выполз. Так, силы у нас, в принципе, даже я слабее, чем он. Но, мне кажется, ему хана будет просто. Так, картами кидается. Ты посмотри, что он творит, а. Все, это все, что ты можешь? Розовоглазенький ты мой. Так, и что делает Войд? Войд, да ты нормальный человек, оказывается. А в какого тогда демона превратился просто? Оп, все, опять в демона превратился. И начинаем раздамаживать этого Гамбита. Гамбитус. Экспектрум патронес, получай. Все, KO, замочили мы его. Ну, вот тебе и Войд, ребятки, вот тебе и Войд. Хороший боец, пойдет. Так, ну что же, что мы там, какие-нибудь осколочки заработали или еще нет? Сейчас поглядим. Галактический убийца, представляете? Против нас играл, умножитель 1.25. Продолжаем. 150 тысяч нужно очков. Ничего себе, это слишком много. Это слишком долго. В этом видео мы, конечно же, их не успеем заработать. Ладно, в общем, будем на этом тогда прощаться. Вот, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Вот, не забывайте про лукасы. Они очень нужны и очень важны. Вот, ну и про соцсети тоже не забываем. Делитесь видосиками, буду очень рад. Все, ребятки, с вами был Вовкин, пока-пока.